Здравствуйте. Продолжаем рубрики покупки с AliExpress. Пришла посылочка. Посылочки лампа светодиодная. Заказывал супруг вот такую интересную лампу. В чем прелесть? Просто оригинальный дизайн. Малюсенькая крохотулечка, больше даже для интерьера, потому что абсолютно ничего не освещает, то есть темно. Вот, это просто для красоты, вечером маленький ночничок, для малышей. Вот кружечка, и льется кофе. Стаканчики можно менять. В наборе пристали 5 стаканчиков разные, рисунком разным. Значит, лампочка светодиодная, в 5 раз экономнее, чем энергосберегающая лампочка. Ну, симпатичная, приятная, мужу очень нравится. Стоит у нас на столике, напоминание про китайцев. Покупайте на AliExpress, стоимость 5,98. Милый подарочек. Покупали с целью отключения вроде как света в связи с нашими событиями в Украине. Пока не пригодилось, но если в случае отключения, то очень даже. Она долго может гореть сама автономно, может за счет, конечно, электросети питания. Ну, вот так, экономно. Покупайте. Пока.